Всем привет, меня зовут Рая, и вы на моем канале про вязание Рая вяжет. И мы с вами продолжаем вязать комплект для девушки. Шапку снуд и варежки, да, и сейчас у нас с вами на повестке дня варежки. Так, то же самое все, да, Alize Lana Gold Classic. В одну ниточку вяжем, и на варежке я взяла спицы номер 3. Полностью будем всю варежку вязать номер 3. Не будет какого-то перехода, да, что резинку таким номером свяжем, а потом основной уже узор там варежки будем вязать большим номером спиц. Мы будем вязать полностью все варежки одним номером спиц. Так, и набираем сейчас на спицы 36 петель обычным набором. Ну, я набираю на одну спицу, регулирую плотность, да, примерно, чтобы было более поаккуратнее, чтобы петельки не были такими расхлябанными. Так, набираем 36 петель и плюс одну петлю, 37-ю, для соединения. Вот таким обычным способом, думаю, все умеют, да, набираем самостоятельно и потом уже с вами встретимся. Итак, я набрала на спице 37 петелечек. И сейчас вот с этого краечка, не там, где ниточка, а с противоположного, отсчитываем 18 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 петелек. И вот отсюда, получается, это центр, да, у нас тут будет. Достаем леску. Вот так вот. Вот так достали леску. Так. И все. И смотрите, как мы делаем. Вот у нас одна спица с ниткой как бы сзади, а вот это без нитки спереди. И сейчас мы близко-близко вот так пододвигаем. И вот эту петелечку одну с ниткой, да, вот где. Так, мы ее снимаем аккуратненько, чтобы не упала, да. И переодеваем вот на эту спицу. Вот так. Все, и сейчас вот эту вот спицу достаем. Так. Основную нить отводим назад, вот это все подзатягиваем, так, и берем петелечку, вот это первая петелька, которую мы пересняли со спицы, а вторая рядом, да, на этой спице была, ее просто накидываем, вот так, все, все подзатянули, и сейчас сразу же начинаем вязать. Мы будем вязать резиночку 2 к 1, то есть 2 лицевые, 1 изнаночная, и сразу же приступаем. 1, 2, 2 лицевых, 1 изнаночная. Изнаночную я вяжу классическим методом, вот так, да. Тут петельки подзатягиваем. Вот эту ниточку, кончик, который остался у меня длинновато, подзатягиваем, чтобы не были петельки расхлябанные. И опять 2 лицевые, 1 изнаночная. 2 лицевые, 1 изнаночная. И таким образом нам нужно провязать 25 рядов. Резиночки 2 к 1 вверх, да, провязываем 25 рядов. И потом уже мы с вами встречаемся. А сейчас вяжем пока самостоятельно. Так, друзья, резиночку я провязала. И сейчас нам с вами нужно сделать прибавку на косу. В общем, у нас коса будет точно такая же, как и на шапке, как и на снуде, но будет просто большая коса, маленьких кос не будет. Точно так же на 15 петель. Так, ну-ка, я здесь не прописала, нужно сразу же прописать. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот, коса 15 петель. Так, а у нас, вот, допустим, возьмем вот так, да, всего 36 петель. Так, видно, что это художествую. То есть у нас 18 петель на одной стороне и 18 петель на другой стороне. И вот смотрим. Так, начинать нужно будет вот отсюда нам. Тут у нас 18 петель, но нам нужно еще 15 петель сделать на косу. Нужно прибавить. Что мы делаем? Мы берем точно так же, как и на шапке, да? 8 петель у нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь у нас будет по краям 2 изнаночных. Так вот так и напишу, да, 2 изнаночных. Получается,
Смотрите, здесь эти 8 петелек, по краям 2 изнаночных, остается еще 6, то есть у нас будет здесь 3 лицевых и вот здесь 3 лицевых, да, ой, 3 лицевых. Так, в общем, да, начинаем вязать 3 лицевые, 2 изнаночные, 8 лицевых, 2 изнаночные, 3 лицевые. И вот из этих 8 лицевых нам нужно сделать 15, то есть между ними мы делаем прибавочки, да, 7 петелечек добавляем и будет 15, вот так вот. Надеюсь, понятно объяснила. Если что, вернитесь, перемотайте, еще раз посмотрите. Так, и давайте начнем сразу же с вами. Номер спиц не меняем, вяжем все теми же спицами. Так, вяжем, начинаем. 3 лицевых. 1, 2, 3. Сейчас идет 2 изнаночных. 1, 2. И сейчас нам нужно провязать 8 лицевых петель и между ними сделать прибавочку. 7 прибавок, то есть, да? Вяжем 1 лицевая, 1 прибавка. 2 лицевая, 2 прибавка. 3 лицевая, 3 прибавка. Так, а вот не объясняю, прибавка делается из протяжки, да? Поднимаете просто вот протяжечку вот эту и делайте ее скрещенной. Ну, точно так же, как в шапке. Так. Первая, вторая, третья. Так, четвертая лицевая. Четвертая прибавка. Поднимаем протяжку, делаем скрещенной. Пятая лицевая. Пятая прибавка. Так. Обязательно скрещенной провязывать, чтобы не было дырочки. Пятая, шестая лицевая, шестая прибавка. Так, и седьмая лицевая, седьмая прибавка. Прибавка седьмая, последняя, да, 7 прибавок нужно сделать. И восьмая лицевая. Сейчас 2 изнаночных, 1, 2 и 3 лицевых. 1, 2, 3. Так, разворачиваем вязание, и вот здесь уже вяжем полностью все петли лицевые, да? То есть здесь у нас 18 петелечек, полностью все лицевые. Уже никаких прибавок, по этой стороне у нас потом пойдет пальчик. Пальчик будем делать, не знаю, как он называется, по-моему, анатомический или как-то. Я его тоже постоянно практически вяжу, что и индийский клин, что это. Но индийский клин, думаю, уже все вяжут всегда, все умеют. Я решила сделать вот такой пальчик, позже вам, в общем, покажем. Так, в общем, сделали мы все прибавки. И сейчас, после всех этих прибавок, нам нужно с вами провязать 5 рядов по рисунку. То есть, здесь начинаем мы вязать 2 лицевые, 3 лицевые, 2 изнаночных, 1, 2. И сейчас у нас тут пойдет 15 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Вот. То, что мы прибавили, из 8 петелек сделали, еще добавили 7, и у нас получилось всего 15. 2 изнаночных и 3 лицевых петли. 1, 2, 3. Так. И вот полностью, вот этот рядок полностью. Здесь у нас всегда будут лицевые петли, да, то есть на этой стороне ладошки, варежки вернее, всегда будут лицевые петелечки. В общем, довязываете вот этот рядок полностью лицевыми петлями и потом еще 4 ряда по рисунку. И потом уже мы с вами встретимся и начнем делать переплетение кос и вывязывать пальчик. Все, вяжем дальше самостоятельно еще этот ряд и еще 4. Итак, 5 рядов вверх по рисунку у нас провязано. И сейчас мы с вами начнем делать переплетение. Первое переплетение на правой варежке у нас будет слева направо пойдет. Так, приступаем. Дополнительная спица всегда должна быть, потому что здесь петель много.
Так, и начинаем вязать 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных, 2 изнаночных. Так, и вот сейчас смотрим. Справа, слева направо у нас идет переплетение, и сначала нам нужно с вами провязать 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И уже затем за работой на дополнительную спицу переснять 5 петелек. 3, 4, 5. Оставить за работой. Провязать 5 петель с основной спицы. 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас с дополнительной спицы. Ну, я переснимаю на основную. 1, 2, 3, 4, 5. Кому удобно, прям с дополнительной провязывайте. Мне неудобно. Так, и вяжем 5 с дополнительной. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночных. 1, 2 и 3 лицевых. 1, 2, 3. Так, вот это наш первый переплет получился. Далее разворачиваем вязание и полностью с тыльной стороны получается, да, варежки, полностью вяжем все лицевые петли и потом нужно будет провязать снова 5 рядов по рисунку. То есть у нас с вами после каждого переплета будет провязываться 5 рядов. Так, сейчас вот я довяжу. Вот, провязали, все. И сейчас вяжем 5 рядов по рисунку. Точно так же, да, до следующего переплета. Вяжем самостоятельно. Итак, 5 рядов вверх провязали. И сейчас у нас идет переплет справа налево. Так, и в этом же ряду у нас начнется, начнем вывязывать пальчик. Так, давайте приступим. 3 лицевых. 1. Так, минутку. 1, 2, 3. 2 изнаночных. 1, 2. И сейчас берем дополнительную спицу и делаем переплет справа налево. То есть 5 петелек снимаем перед работой. 1, 2, 3, 4, 5. Перед работой следующие 5 провязываем. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Так, сейчас эти 5 петелечек переснимаем. Так, и снова 5 лицевых с дополнительной спицы. 1, 2, 3, 4. И следующие 5 косы большой. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше идут 2 изнаночных. 1, 2 и 3 лицевых. 1, 2, 3. Так, разворачиваем вязание. Так, далее. 1 лицевая. И сейчас мы начнем вывязывать пальчик. 1 лицевую с этой спицы провязываем и делаем накид, скрещенный накид, вот так вот. На пальчике перекручиваем и вот так подзатягиваем. Так. Дальше провязываем 1 лицевая и снова скрещенный накид, но уже вот так вот, по этой стороне пальчика. И вяжем опять петелечки до конца. И следующий ряд провязываем полностью по рисунку.
То есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными, скрещенные накиды провязываются так. Их нужно мне с вам показать, как провязывать. Так, провязываем сейчас верх варежки, получается, самостоятельно, и потом мы с вами уже встретимся. Верхнюю часть варежки провязали. Да, еще сразу хотела сказать, после каждого переплета нам нужно будет провязывать 5 рядов вверх. То есть не забываем, считаем, потому что когда будете вязать самостоятельно, про переплеты, про эти 5 рядов ни в коем случае не забывать, чтобы ни больше и ни меньше не провязать. Так, и сейчас вяжем, прибавочки сейчас будем на пальчик делать через ряд. Сейчас, то есть, вяжем без прибавок полностью эту сторону, да. Так, одна лицевая, и сейчас скрещенный накид мы провязываем за заднюю стеночку, вот так вот. Давайте еще раз покажу. Вот он таким образом выглядит, да. Видно? И его провязываем за заднюю стенку, вот так вот. Все. Далее идет одна лицевая. И сейчас скрещенный накид уже провязываем за переднюю стеночку. Вот так. Вот так вот. И все. И сейчас вяжем до конца рядок. Это у нас получается после перекрещивания будет первый ряд. Вяжем ряд до конца и потом провязываем верхнюю часть варежки. И опять с вами встречаемся. Будем делать снова пальчик. Так, довязали снова до пальчика. Я одела маркер для того... Ой, маркер... Счетчик рядов для того, чтобы считать ряды после перекрещивания, чтобы не забываться их отмечать. Так, и сейчас вывязываем снова прибавки. Снова одна лицевая. На правой варежке после первой лицевой всегда будем делать прибавки. То есть сейчас мы делаем прибавочку по тыльной стороне пальчика, получается, да? Далее у нас идут... Уже 3 лицевых. Была 1 лицевая. Дальше мы же прибавили по накиду. Далее у нас идут 3 лицевых. 1, 2, 1, 2, 3. То есть мы брали 1 лицевую. Между лицевой этой одной были накидики, да, у нас. Сейчас у нас эти накидики как бы стали петельками. И между тремя уже петельками, то есть лицевая и между двумя накидиками, снова прибавка. То есть на каждом втором ряду у нас будет прибавляться. Сначала была 1, потом стало 3. Уже в следующих потом рядах будет 5. Далее делаем накид по этой, по передней стороне пальчика. Так. И все, и вяжем ряд до конца. И не забываем отмечать, или в тетрадочке где-то у себя, если у вас нет счетчика, или на счетчике рядов, да. То есть я сейчас сделала прибавки, и это у меня получается будет второй ряд после перекрещивания, да. Ни в коем случае не забываем про перекрещивание, потому что ну, будет уже не то, если вы сделаете меньше рядов или больше. Вот я отметила второй рядок. Все, сейчас снова вяжем верхнюю часть варежки по рисунку. Так, вяжем не верхнюю часть варежки, а полностью ряд, да, то есть заднюю часть тоже провязывайте уже самостоятельно. Те прибавочки, которые мы делали, провязываем точно так же, как я вам показывала в предыдущих рядах. Вяжем самостоятельно. Так, я провязала ряд целиком и еще сразу же поверху провязала косу до следующих прибавок, чтобы, да. Так, далее мы опять делаем прибавки на пальчик. Одна лицевая. Накид скрещенный. Так. И сейчас у нас тут уже получается стало 5 петелечек, да. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Кому неудобно, повесьте сюда маркеры. То есть лицевая, одну лицевую провязываете, можете повесить сюда маркер, то есть перед накидом и потом после последнего накида. И вы будете знать, сколько у вас прибавляется, да, в каждом втором ряду. Я хочу вам показать, как вязать с маркерами на левой варежке, потому что там уже будет не в начале, а в конце. В начале, я думаю, можно вполне ориентироваться. То есть у вас получается в каждом втором ряду будет прибавляться 2 петелечки. Одну лицевую провязываете, потом накид, и сколько прибавилось, и снова накид, да? И вот так вот вязать нужно будет через ряд, прибавки делать. И потом, когда у вас уже будет на пальчике, вот именно вот в этом клинышке 15 петелечек,
Я, по крайней мере, делаю 15, может, у кого-то пальчик поуже, вы там немножко прикидываете, может, и поменьше, 13. То есть в любом случае будет нечетное число, да? Мы с вами встретимся. Надеюсь, понятно объяснила. А если что-то непонятно, отмотайте немножечко назад. Вяжите, в общем, пока на этом клинышке не будет 15 петелек. Прибавки делайте через ряд. И ни в коем случае не забываем про косу, да? То есть сейчас вы вывязываете 5 рядов вверх, потом опять делаете переплет уже слева направо, опять 5 рядов вверх, справа налево. Ну, там уже столько у вас все равно не выйдет, потому что мы уже с вами встретимся, будем собирать петельки пальчика. Все, далее вяжем самостоятельно. Итак, друзья, у меня все петелечки на пальчик прибавлены, 15 петелечек. И, в общем, я последние прибавки сделала, да, на пальчик на втором переплете справа налево. Видите, да? То есть вот тут первый у нас был слева направо, потом справа налево первый, потом слева направо и справа налево второй. В общем, на втором переплете. Потом я провязала полностью круг по рисунку, да, чтобы накидики эти провязать. И потом провязала вверх, чтобы вот до того места, где нам нужно собрать петельки пальчика. И я не забывала про косы. Не забывайте ни в коем случае, рядочки отмечайте, я еще не раз вам это повторю. Потому что у меня у самой бывало, что я развяжусь пальчиком и забываю про косы. И не очень получается красиво, и приходилось все распускать. Вот что получилось, вот такой клинышек. И сейчас мы эти петелечки соберем. Для этого нам нужно будет крючочек и ниточка какая-нибудь бросовая. У меня моя закадычная хлопковая ниточка, потому что она без ворсинок и не запутается ничего, да? Так, начинаем. Так, первую петелечку мы провязываем, да? Потому что она у нас изначально была провязана. И откладываем. И сейчас берем бросовую ниточку. И вывязываем крючочком, собираем эти петельки. Эту петелечку держим, да, не забываем. Так, вот так вот затягиваем, петельку снимаем, первая, вторая, и вот так вот эти петельки две вместе. Так, третью снимаем, две вместе. Четвертая. Шестая, седьмая, восьмая, так, спица мешает, девятая, десятая. 12, 13, 14 и 15. Вот последнюю петелечку мы собрали. Так, и сейчас нам нужно отрезать. И вы представляете, у меня здесь нет с собой ножниц. Ну ладно, я вот так вот вытяну ниточку, петельку, да, и просто ниточку вот так вот просуну через эту петельку, чтобы подзавязать узелок. Отрежу потом. Вот так. Все. Это мы оставляем. Пальчик вот этот, да, клинышек наш. И возвращаемся вот к этой первой петелечке, которую мы с вами провязали. Так, подзатянем ее. И у нас ведь одна петелечка вот здесь, между накидами, да, в самом начале, мы захватили одну петельку отсюда. То есть нам одну нужно будет добрать, чтобы у нас снова было 18 петель на этой спице. Как мы это делаем? Так, вот так вот пальчик просовываем, вот так, скрещиваем. И петельку, так, вот так скрещиваем. И вот как бы вот так. Вот, затягиваем петельку. Давайте еще раз покажу. Накидываем ниточку вот так на пальчик, как бы пальчик под ниточку. Перекрещиваем вот так, заводим и вот так, и затягиваем. Все, петелечка у нас возвратилась, да? И сейчас
Вяжем остальные 16 петелек. Плотно-плотно здесь желательно подзатянуть, да? Петелечку так завязали и плотно-плотно подзатягиваем, чтобы не было потом отверстия. Вот так вот. И все. И вяжем до конца. До конца ряда. И потом уже просто вяжем по кругу. Не забываем про косу, нужную длину варежки, да? И встречаемся с вами уже, когда будем закрывать петельки. Когда это будет? Так, обычно я вяжу до того места, где скрывается мизинчик, да? Потому что запускать будем через ряд. Будет варежка как бы вытянутая, такой запуск будет у нас, да? Так что я закрываю, у меня скрывает мизинчик, и мы с вами встречаемся уже. Вы смотрите, как вам будет удобно. Но обычно, если будете запускать так же, как я, то в том месте, где скроет мизинчик. Все, не забываем про косы, вяжем по кругу. Позже встретимся. Итак, друзья, вывязала я нужную мне длину варежки. И посмотрите, что у меня получилось. Я довязала до того прям места, где мне нужно начинать закрывать петли. Так, почему-то как-то видно плохо, да? Нет? Так. В общем, смотрите, что у меня вышло. У меня вышло 4 раза по 2 переплета. То есть слева направо, справа налево, слева направо, справа налево. И в общем так 4 раза. И сейчас, и еще провязалось 5 рядов вверх. И сейчас мне нужно начинать делать переплет слева направо и сразу же убавлять. Убавлять сразу же петли в косе, потому что мы же тут на косу прибавляли, да, 7 петелек. И нам нужно их постепенно убрать, чтобы не было этой ширины, да. То есть мы сейчас начнем закрывать петли по краям варежки, по бокам, да, и сразу же убавлять будем в косе. Так, давайте приступим. Дополнительную спицу обязательно готовим, потому что она понадобится. Так, мешают рукава. Так, пока уберу счетчик. Начинаем вязать. 1 лицевая. Далее нужно провязать нам 2 вместе с наклоном влево. Для этого мы первую снимем, вторую провяжем и протянем через первую. То есть как бы эту первую снятую накинем, да, на провязанную. Дальше у нас идет 2 изнаночных. И нужно будет сделать переплет слева направо, да. То есть сначала первые 5 петелек провязываем. 1, 2, 3. Подождите, мы их сразу же будем убавлять. Только что говорила про убавки, тут же забыла. Сразу же будем убавлять, то есть у нас 3 части по 5 петелек. Нам сейчас нужно будет сделать из косы 12 петель. То есть сначала мы вяжем 3, 1, 2, 3. И сразу же провязываем 2 петельки вместе с наклоном за переднюю стеночку, в общем, с наклоном вправо. Точно так же, да? Вот так. 2 петли вместе. И сейчас снимаем 5 петелек на дополнительную спицу за работой. 1, 2, 3, 4, 5. За работой. Так. И опять вяжем 3 петли. 1, 2, 3. И 2 петли вместе за переднюю стеночку. Вот так. Тут у нас тоже получилось 4. Сейчас с дополнительной спицы переодеваем петельки, да? 5. Так, разворачиваем. И сейчас нам нужно здесь тоже убавить. То есть мы первые 2 петелечки провязываем вместе за переднюю стенку также. 2 вместе и потом еще оставшиеся 3. 1, 2, 3. Так, 2 изнаночных. И сейчас нам нужно здесь убавить петелечки симметрично вот этой. То есть не довязывая 3 петли, мы берем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. С наклоном вправо у нас это получится. Вот так. И последняя лицевая. Так. Вязание разворачиваем.
И сейчас точно так же на этой стороне делаем убавки. Одна лицевая, дальше идет 2 вместе с наклоном влево, одну сняли, вторую провязали и протянули через снятую. И далее вяжем все лицевыми петлями, не довязывая 3 петелечки до конца. 1, 2. Так. Еще 2 петельки. И здесь уже 2 петли вместе с наклоном вправо за переднюю стеночку, да? Вот так вот. И последняя лицевая. Все, сделали убавки. Сделали убавки на косе. И сейчас нам нужно провязать один ряд полностью без убавок. И следующая убавка в косе у нас будет через 4 ряда. То есть сейчас мы сделали переплет. И следующий переплет будет через 4 ряда. То есть начинаем считать косу 4 ряда. И этот ряд вяжем без убавок. Вяжем далее самостоятельно. В общем, все по рисунку. Так, провязали один ряд по рисунку без убавок. И делаем дальше убавки. Сейчас делаем убавки просто по краям. То есть одна лицевая. И сейчас нужно провязать 2 вместе с наклоном влево. Первую сняли. И здесь у нас вот идет изнаночная петля. Но мы провязываем лицевой. То есть лицевая. И потом ее протягиваем через снятую. Все, и сейчас также по рисунку. Одна изнаночная, и у нас уже здесь идет 12 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Опять одна изнаночная. И сейчас нам нужно провязать 2 петелечки вместе с наклоном вправо. Вот смотрите, я вяжу петлю изнаночную, здесь же изнаночная у нас одна, так. Я классическим методом вяжу, мне ничего переворачивать не нужно. Но кто вяжет бабушкиной петлей, то петля у вас смотрит вот так вот, да? Так, как бы вот, вот таким образом. Вам ее нужно будет перевернуть, то есть вы ее вот так вот захватите и просто переверните вот так. И 2 петли вместе с наклоном вправо за переднюю стеночку, вот так вот. И лицевая одна. Все. Разворачиваем. И на этой стороне точно так же. Одна лицевая. Одну сняли. Вторую провязали и протянули через снятую. Наклон влево, да? Далее 3 петли не довязываем. 1, 2, 3. Вот мы 3 петелечки не довязали, и сейчас нам нужно сделать наклон вправо, то есть 2 петли вместе за переднюю стеночку, вот так вот, и одна лицевая, все. И сейчас снова ряд по рисунку без прибавок, вяжите уже самостоятельно. Так, провязали рядочек самостоятельно, это уже у нас получилось 3 ряда после переплета. То есть сейчас провязываем еще один ряд с убавками, и следующий ряд у нас будет убавки косы, но не будет убавок по краям, да? То есть сейчас вяжем опять точно так же с убавками. Одна лицевая, потом 2 петли вместе с наклоном влево. Одну сняли, вторую провязали. Здесь у нас изнаночная, но мы ее провязываем лицевой и протягиваем через снятую. И опять 12 петелек косы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот сейчас опять 2 петелечки вместе за переднюю стенку с наклоном вправо. Вот так. И последняя лицевая. Разворачиваем вязание. И сейчас опять точно так же провяжем вместе. Лицевая, потом петлю сняли, вторую провязали, протянули через снятую. Далее вяжем 3 петли, не довязываем до конца спицы. Так, 3 петли не довязали, вытягиваем их немножечко, да. И 2 вместе с наклоном вправо за переднюю стенку. И лицевая петля. Так, получается это у нас 4-й ряд после переплета. И сейчас мы будем делать с вами убавки. Так, беру тетрадь.
будем с вами делать убавки в косе. Еще 3 убавки. Всего нам нужно убавить 7 петель, но мы 3 убавили. Сейчас убавим еще 3, и в принципе хватит. Одна петля лишняя нам не помешает, потому что ее просто неудобно, возможно, будет как-то убирать. Так, то есть сейчас по бокам мы убавки не делаем. Будет у нас считаться это ряд как бы без убавок, да? Так, и здесь нам нужно сделать переплеты справа налево. То есть перед работой снять 4 петелечки, да? 1, 2, 3, 4. Так, далее 2 петли провязываем лицевой. 1, 2. И 2 петли вместе за переднюю стеночку. Одну петлю убавили. Дальше петли с дополнительной спицы переодеваем. 1, 2, 3, 4. И точно так же 2 петелечки вместе мы вяжем сейчас. Тут у нас они уже получаются за заднюю стенку. Поворот получился на петельках, да? 2 петли вместе за заднюю стенку. И потом 2 лицевых. Так. И опять тут 2 вместе за переднюю стеночку. Так. 2 вместе за переднюю стенку. Так. И 2 лицевых. 1. 2. И все, вяжем полностью ряд до конца сейчас лицевыми петлями. Рядочек довязали. И сейчас у нас снова с вами идут убавки. Вот эти по краям. И получается в косе все, больше убавок не будет. Так, вяжем 1 лицевая. Потом петлю снимаем. И вот здесь вот видно, да, что нужно как-то поаккуратнее, потому что переплет. Зацепляем лицевую. И протягиваем через снятую. Так, и сейчас вяжем все лицевыми. Тут коса была переплетена, так что не очень удобно, да, будет. Вяжем лицевыми, не довязывая 3 петли до конца. Так, и вот опять здесь 2 петли вместе за переднюю стенку с наклоном вправо и 1 лицевая. И сейчас опять разворачиваем. И все точно так же. 1 лицевая, 1 петлю сняли, 2 провязали, протянули через снятую. Дальше вяжем лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. Так, и 2 вместе с наклоном вправо за переднюю стенку. Так, и лицевая. Дальше ряд вяжем без убавок, и потом опять ряд с убавками, в общем так, пока не останется на спицах там 5 петель, наверное. И потом уже с вами увидимся. Так, дошла я почти до конца, оставила только не 5 петелечек на спицах, а 9. То есть с одной стороны 5, с той стороны, где была у нас коса, 5 петелек, и с задней стороны 4, да, то есть мы здесь на одну петельку меньше убавили. Так, отчикиваю кончик. Не могла ножницы свои найти. Нашла какие-то страшненькие, тупые. Так, и дальше собираем эти петелечки все крючочком. То есть все по очереди вот так вот, да? Ниточку вытаскиваем. 1, 2, 3. Так, и сейчас вот эту спицу протаскиваем, чтобы было вот так у нас. Кто вяжет так же, как и я, Magic Loop, да? Так. 4. Так, все. Так, что у меня тут где запуталось? Спицы убираем. Далее затягиваем хорошо кончик
прям по-хорошему, вот так вот у нас должно с вами выйти, да? Прям по-хорошему затягиваем отчик и берем иголочку. Так, иголочка, иголочка. Вот она у меня. Еще добраться не могу. Вот. Так. Иголочку в ниточку вставляем. Так. Так, и проходим иголочкой вот по этим петелькам, которые мы затягивали. Так, то есть вот смотрим, вот, вот в эти петелечки, как бы в этот кружочек из петелечек, да? И подтягиваем еще так посолиднее, так посильнее. Вот, в эти вот петелечки. Так. Чтобы они получше закрепились. Вот эти вот. Уже видите, так туговато стало проходить. Так, подзатягиваем. Так, ну и вот еще парочку. Сюда и сюда. Так вот. И вот сюда еще, наверное, можно пройти. Вот так вот. Все. И сейчас иголку выводим вовнутрь. Вовнутрь варежки, да, чтоб там уже спрятать кончик, да? Так вот. Все. Кончик потом уже там изнутри спрячется. Вот так вот должно получиться. Шикарная варежка. Кстати, я тут одевала на руку. Коса очень классно смотрится. Такая объемная. Здорово. Так. Меня не очень видно, да? Не попадает в кадры. Так, и давайте сразу же возьмемся за пальчик. Достаем оттуда ниточку. Так. У меня тут кончик длинный. Надо его отрезать. Вообще ножницы не режут. Куда свои подевала, не знаю. Так, спицы те же. Тоже Magic Club. Буду я вязать. Так, распутываем то, что здесь петельки закрывали крючком, да? Развязываем. Так, и вот сразу смотрим. Петелька подцепилась. Так, она у меня убежала. Вот. Надо стараться, чтобы петельки не убежали. Так, дальше вот следующая петелька. Вторая и подраспускаем. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Так, у нас 15 петелек, значит, мы вот так сделаем. Спицу вытаскиваем. И собрать оставшиеся 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последняя петелечка, 8. Все. Вот так вот должно выйти. Ниточку эту убираем. Так. И сейчас нам с вами нужно поднять. Вот здесь вот у нас добиралась одна петелька, да? И еще одну вот отсюда. Берем как бы двойную. Так. Подождите. Вот. Видите, как бы двойная поднялась петля. Это будет одна петля, здесь получается 9 будет на спицах. И вот сейчас с этой спицы здесь у нас 7, еще 2 поднимем. Которая вот здесь по центру добиралась, одну поднимем, да? Так, вот. Так, вот здесь двойная петля поднялась.
Видят все, да? Вот. Вот двойная петелечка. И вот поднимаем еще одну, которую мы добирали. Вот она. Потом мы ее свяжем перекрещенной. Вот эта петелька. Все, получилось у нас сейчас на спицах 18 петель, по 9 петель, 3, 6, 9, и тут получается 3, 6 и 9, здесь двойная, да. Так, и начинаем вязать пальчик, точно так же, ниточку, сейчас подождите минутку, нитку я предлагаю оставить подлиннее, кончик сам, чтобы там уже внутри варежки потом его заправить, да, вот прям туда его засунуть. С этой стороны еще достать, протянуть, чтобы надежно было. Так. Вот. Все, и начинать вот так вязать. Он там будет, и потом он закрепится плотненько. Так, и вот первая петля, что мы поднимали двойную, да? Так. 8. Вот эта двойная петля, ее мы с вами провяжем скрещенной. То есть она у нас смотрит вот так вот. Мы ее подхватим вот за эту стеночку, да, то есть получается вот так вот. И провяжем скрещенной, чтобы не было дырочки. Так. И дальше лицевые петли. Так, тут у меня оделись, они получаются за заднюю стенку. 1, 2, 3, так, всего 4, 5. 6, 7, 8, 9. Так, разворачиваем вязание. Тут опять, пока у нас за переднюю стенку вяжется, да? 1, 2, 3, 4. 6. Так, здесь как бы двойная, что же петля поднята, да? Так, подождите. 5, 6, подождите, 7. Вот это 7. 6, 7. И вот двойная петля, ее мы тоже провязываем. За, получается, вот она у нас вот так смотрит, но мы ее провязываем скрещенной вот так, чтобы не было дырочки. И последнюю петелечку, то, что мы добавляли, тоже провязываем скрещенной петлей. Вот так, чтобы не было дырочек. Разворачиваем вязание. И здесь опять вяжем уже все лицевыми петлями. Здесь с этой стороны подзатягиваем. Тут первая петелечка вытянута, но она потом затянется у нас там внутри той ниточкой, да? И все. И вот так вот мы вяжем длину пальчиком, какую вам нужно, да? Считай, что пальчик был вскрыт целиком. Не довязывается там буквально несколько миллиметров, потому что петелечки будут закрываться практически сразу по две вместе, да? Так что не надо оставлять сантиметр или сколько-то. В общем, вяжите сейчас длину пальчика, и потом уже с вами встречаемся, когда его будем закрывать. Итак, я пальчик связала, у меня это 18 рядов вышло. И давайте сразу же начнем закрывать петельки. Будем просто вязать по 2 петли вместе, да? Я вяжу за переднюю стеночку. С наклоном получается вправо. Так вот, просто по 2 петелечки. И затягиваем петельки посильнее, да? Чтоб не было у нас дырочек. Вот так вот плотно прямо затягиваем. Ой, да, еще хотела вам сказать, что мне пришлось сбавить 2 петли. У меня аж было 18 петель. И 2 петли я вот здесь вот в самом начале сбавила. То есть в этом, как бы внутри пальчика, в этой стороне, да, вот тут вот, я провязала 2 раза по 2 петелечки вместе. Именно вот в этом месте. Потому что оно было довольно-таки широковато и... Я не стала распускать, я просто 2 раза по 2 вместе провязала и все. С одной стороны, с одной спицы 2 петелечки вместе провязала и со второй 2 вместе. И все. И вот у меня осталось всего 16 петель. Так. И точно так же здесь по 2 петли.
И в общем, вот так вот пальчик закрываете, остается у вас 6 петелечек, там 5-6 петелечек, и просто затяните хвостик, и все. И пальчик будет готов. Делайте самостоятельно, потом вернемся, я покажу, как закрыть, как начать пальчик вязать на другой варежке симметрично. Так, у меня осталось 5 петелек, их просто протягиваем точно так же, как закрывали варежку саму мысок, да? Точно так же протягиваем все петелечки. Так, спицу передергиваем сюда. Ниточку оставьте подлиннее, чтобы потом внутри пальчика тоже спрятать, чтобы кончик не вылезал. Так. И сейчас точно так же нужно будет протянуть вот эти петелечки, да, как делали мы на варежке, на мыске варежка, варежки, вот в эти вот, так, видно, нет, вот в эти же петелечки, вот одна, сюда ниточку протягиваем. Потом вот вторая. Так. Скачала. И подзатягиваем плотнее, чтобы стала, закрепилась ниточка по-хорошему. Ну и давайте вот еще в одну. В принципе, все. Сейчас крючок засовываем внутрь пальчика. Так. Не туда. И ниточку просто туда внутрь прячем. И потом это внутри все спрячется. По изнаночным петелечкам. Кто не знает, я вязали мы в этот же комплект снуд, там я показываю, как прятать. Вот такая варежка получилась, мне она немножечко маловато. Такой вот пальчик получился. Так, и давайте я вам сразу же покажу сейчас, что у нас со второй варежкой будет. Я уже ее начала вязать. Так. Смотрите, вот я связала резиночку уже. Так, мне спицы нужно переодеть. Давайте с вами встретимся. В общем, я связала, сейчас вам сразу же расскажу. Резинка связана, но у меня вяжется коса симметрично. Что и пальчик будем вязать симметрично, так же и коса вяжется симметрично. То есть на правой варежке мы начинали переплет слева направо. На левой варежке мы уже будем начинать переплет справа налево. И уже так, все точно будет так же идти, но переплеты будут немножко, чтобы они смотрели вот здесь вот в одну сторону. Все было одинаково, поэтому делается симметрично. Начинаете переплет справа налево, то есть здесь мы вязали на косе сначала 5 лицевых, потом 5 оставляли за работой, 5 провязывали и потом с дополнительной спицы снимали. Да? Здесь мы сразу же вяжем 5 петель, оставляем перед работой. И провязываем 5 петелек, потом 5 петелек с дополнительной и оставшиеся 5 петель. В общем, все точно так же, только симметрично. Так, сейчас я переодену на эти спицы, просто у меня эти дополнительные были сняты, и вернусь и покажу, как мы вяжем пальчик. Довязываем, то есть до пальчика, до второго переплета. Один переплет делаете, 5 рядов вверх вяжете, довязываете и начинаем вязать пальчик. Итак, друзья, давайте вывяжем пальчик на левой варежке, то есть симметрично, да? На правый пальчик, на правой варежке мы начинали пальчик вот сначала, вот отсюда, да, то есть здесь мы провязывали одну лицевую петельку и сразу же начинали делать прибавки, да. Здесь мы будем, то есть у нас здесь получалась одна лицевая, потом прибавка, одна лицевая, снова прибавка. Одну лицевую отсюда же ведь мы брали, да,
И потом здесь 16 лицевых уже довязывали до конца. Здесь у нас будет симметрично. Мы сначала будем провязывать 16 лицевых, потом прибавка, потом 1 лицевая, потом прибавка и потом снова 1 лицевая. Так, и здесь мы с вами, давайте свяжем с маркерами. Может, кому-то будет не совсем понятно, да? Давайте будем вязать маркеры. 16 лицевых вяжем, получается. У нас всего на спице 18 петель. Вяжем 16 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот, две петелечки у нас остаются недовязанными. Что мы делаем? Весим сюда маркер перед прибавкой, да? И делаем прибавку вот таким образом, как бы по тыльной стороне пальчика. Так, это скрещенный накид, да, у нас? Потом идет лицевая и снова прибавочка, скрещенный накид уже вот по этой стороне, как бы по ногтю. Все, и сюда тоже весим маркер. Мы прибавили 2 петли, получается, да? У нас на клинышек стало 3. Одеваем маркер. 1 лицевая. И сейчас вяжем по кругу ряд без прибавок. Так, провязываем вот этот рядок. Здесь будет первая прибавленная петелька. Ладно, давайте мы до этого снова дойдем, да? Провязываете вверх и вяжете до прибавок. И возвращаемся. Так, я почти довязала до того места, где у нас прибавки до маркера. Так вот, маркерчик переснимаем. И вот первая прибавочка вяжется за заднюю стенку. Видите, как бы не за переднюю, а за заднюю. Вот. Точно так же, как на первой варежке, на правой. Первую прибавочку, потом идет лицевая наша, и вторая прибавка уже вяжется за переднюю стенку. Вот так вот. И все. Ряд провязали, и сразу же я отмечаю, да, не забывайте про косы. Косы вяжутся симметрично правой варежки, но точно так же 5 рядов между переплетами в обязательном порядке. Так, сейчас вяжите опять вверх самостоятельно и возвращаемся, сделаем прибавки еще раз с вами вместе. Снова провязываем 16 петелечек до маркерчиков, да. Тут с этой стороны у вас всегда будет 16 петель. На левой варежке. Так, довязали, перекинули маркер вот так, и здесь у нас получается 3 уже петли, да, и делаем прибавку. Так, провязываем 3, 1, 2, 3, и опять делаем прибавку уже вот таким образом, как бы по ногтю, да. Все, маркер перекидываем, все, прибавили, уже стало 5 у нас петель. Отмечаем, что это ряд еще один после косы, да. И все, и таким образом продолжаем точно так же, как на правой варежке. Все, коса симметрична, пальчик точно так же, только с другой стороны тоже симметрично. И все, и вяжите самостоятельно. Уже встретимся, когда у нас будет целиком пара варежек готова. Итак, друзья, варежки у нас довязаны. Кончики я все сразу же спрятала. Так, не помню, говорила, нет, если кто-то не умеет прятать кончики, я показывала, как это делается в снуде, да, кто вязал снуд со мной, те видели, да. Посмотрите, там, в принципе, тоже по изнаночным петелькам точно так же прячется, и ничего там сложного нет. Так, вот такие варежки у меня получились. Коса так вообще шикарная, мне очень нравится. Ну и кто вязал вместе со мной, у тех также есть уже шапочка и есть снуд. Комплект полностью готов. Вот так положим. Комплект полностью готов. Кому понравился мастер-класс, кому было все понятно, ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Ну и всем спасибо огромное за просмотр. Всем пока-пока.